детства подари. Мать героини со старинным именем Макрида подарила детство 8 сыновьям и 3 дочкам. На праздник из села Харитонова, что в Тарабагатайском районе, бабушку привез сын. Еще один прилетел из Иркутска, взяв на себя роль фотографа. В зале оказалась и одна из дочерей. Бабушка и многодетная мать становилась уже 28 раз. Даже кое-которую знаю, когда родились. Внучка старшая есть еще. Сергеем, с сыном ровесницы, еще старше на полгода. Она у него где живет. На встречу пригласили и тех, кто решился стать приемным родителем. Ольга Завержанцева воспитывает дочь Юлю. Сейчас девочке 13 лет. Я работала в детском доме и предложили организовать семейно-воспитательную группу. Ну и у меня в группе было 5 детей. Они жили там где-то полгода, год, кто потом. Кого-то отдавали родителям опять, кто-то оставался. Ну и вот осталась только одна Юля. С тех пор и живут душа в душу. Слово «мама» звучит одинаково нежно на всех языках мира, заметили представители республиканских властей. Маме в испанском, Эне в Киргизии, Има на иврите. На бурятской земле тех, кто дарит жизнь, зовут Эжи. Позвольте мне выразить большую признательность вам за ваш большой труд, который вы сделали и делаете в отношении наших ребятишек, детей. Гостям праздника вручили почетные грамоты и цветы. А цветы жизни подарили виновницам торжества свое творчество. Кира Белькова, Михаил Циренов. Новости дня.